Уборка тротуаров и своевременный вывоз снега в приоритете работ служб благоустройства. 165 дворников и порядка 16 единиц техники чистят дворовые территории в Ленинском районе ежедневно с 5 утра. Для безопасности жителей улицы посыпают противогололедными веществами. Такой уборки двора, как в этом году, мы не видели вообще никогда. Убирают очень хорошо, чисто. Как проводится работа в Ленинском районе, проверила Елена Лапушкина. Один из дворов, который проинспектировала глава города, по улице Карла Маркса, 10, вызывал нарекания у жителей в прошлом году. Раньше здесь была другая управляющая компания. Теперь с приходом новой жители радуются расчищенной улице и свободному проходу к школе. Вот эту управляющую компанию хочется прям похвалить за то, что они так бережно относятся к своим жителям. Не по всем управляющим компаниям такая история. Есть проблемы достаточно серьезные на внутриквартальных территориях. Есть замечания, безусловно, и по ОДС. Жилищно-коммунальные службы круглосуточно следят за чистотой улиц и дворов. В период снегопадов ежедневно на уборку снега по городу в ночь выходит вся техника. В ночь с 10 на 11 февраля на очистку вышло 352 единицы спецтехники. Мария Илчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События.